этот именно шлем виртуальной реальности, чтобы отправляться, а не просто. И очки, да? Которые да, к этому, к мозгу сразу такой хуяк, типа ну как да, у Нео был. И играл в это. У Нео, который, да, тебе в голову втыкают, короче, такую хуйню, короче. И все, и ты улетел. Да, глиста. В голову. Говорят, что это самый быстрый байк, но... Я не знаю, если не брать опрессора, то он дабы. Тебя надо, наверное, отменить, да, и заново. Не надо меня отменить. Ну. Меня? Да. Да, нет. Лёха, у тебя такие усики, блядь. Нравится? Заводные. Бля, как радио выключить, это я бокс выключил. О, чего включить, кого включить? Музыку? А следующая какая-то, я не знаю, казино. Ну там, короче, последнее надо будет отстреливаться. Ну да, там наверху, короче, в казино. На крыше. О, слушай, он тоже в стажера переделывался, только немного другой стажер. Видел, Рустам? Почти как ты, только... Только не ты. Перекрасился. Я не могу, я так и не научился посмотреть. Ну просто в этом, в лобби. Летаешь просто. Кто нажимаешь на Черика и все. И он показывает. Кто еще за лобби? Как туда попасть? Ну, как лобби открыть? Открой список игроков, типа, которые это, и посмотри. Но список игроков через Escape, через сет проверяется, правильно? И здесь ты не можешь, да, посмотреть? Нет, если Escape нажимаю, выходит. Игроков, а там уже, когда пригласить игроков, можно посмотреть свои. Да-да, пригласить игроков, короче, нажимаешь, и там смотришь с последнего дела, которое, типа, со списка из последнего дела, и там смотри, короче, кто как одет. Я бы, кстати, не сказал, что неудобно здесь. Вот в Destiny неудобно бывает временами, когда там нужно быстро повернуть. Потому что когда в PvP, там, да, там неудобно. А тут довольно-таки такое. Можно побегать, в принципе. Посидеть пару дней и привыкнешь уже к управлению. Если будет прям жопа, я могу, в принципе, из-за клаву пересесть. Она у меня прям рядом, перед моим носом, поэтому... Ничего страшного. Добежать, да нет. Да чё забежать, я же говорю, я прям за компьютером. Просто тут поудобнее получается, ты откидываешься, да? Там кресло раскладываешь, откидываешься и как бы лежишь. Вот. А когда это, типа, на клаве приходится всё равно его складывать. Такое. Ну чё там, Лёх, получается? Ну, нравится, да. Чё, увидел, как он выглядит? Почти как ты, только в крапинку. Я, Рустам. Да, увидел. И порадовался, что я, по крайней мере, выгляжу не так, как Лёха. Как не так, как Лёха? Там, кстати, вот твоя одежда, которая у тебя сейчас, Черик, с которым я раньше играл, у него такой же был костюм, типа, как у тебя. Он, походу, там же покупал, отоваривался вместе с тобой. Тебе, Лёх. Да. Именно тут то же самое, короче. Блот какой-то этот чувак со мной играл. Раньше. Да, вместе это нормальный шмот. Еще плюс каска хорошо сочетается с усами. И вообще там какой-то гольфик. Гольфик? Да. И как это будет? Где гольфик? Нормально, у тебя усы подойдут. Смысл, классные усы. Еще ты на моих усах будешь.
Постараюсь, твои усы завидуют. Кстати, в реальной жизни носишь усы? Ну, теперь, да, открылся буду. Теперь будешь? Да. Теперь, говорю, будешь усы носить или чё? Ну да, они уже такие отросли. А? Они просто отросли уже, капец. Я сижу дома. Ну ты прям побрился или у тебя борода? Я тоже заросший сижу сейчас. Так-то. И борода, типа, небольшая. Бородка. Не бесит отрасли. Ну вообще, я до этого их не носил. Это у меня как через день отрастает, как бы. Неудобно. Такое. Амазон такой играет. Нервирующий. Как ты не можешь поменять? М? Можешь поменять, если не поставил. Это надо из лобби выходить, по-моему. А? Это надо из лобби выходить, походу. Не, ты можешь там перепасться, то есть без танца. Назад. Закрыто. Я сейчас, кажется, разобьет дальше. А, вот, типа, сложность, да? Включите Фруит Радио. Че за Фруит Радио? На тебя Фруит. А, типа рэп? Накуренный рэп. Парню нравится. Не, это не пару станций, нравится. Нравится. Нравится, да. Так, вроде сложность сложно осталось, да, Рустам? Осталось. Сложность сложно стоит, да? Да. Все. Опять на геймпад пересел. Сейчас опять руинить будет. Долг. Перед родиной. Чё за Леон дал? Блять. Включить. Я реально засыпаю. Чё, вам скинешь приглашение? Да, сейчас. Ром, только не принимай. А я не принимаю. Пришло ж тебе, да, Лех? Что? Не походу. Давай еще раз приглашу. Да, 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 вот еще раз. Ударил, еще раз пригласи. Ну чё? Ну, закидывай, правда. Да, вижу. Опять за мышку пересел. Как ты зашел, он за мышку решил. Сложно, да, стоит? Все нормально. О, опять он. Weightlessness. I'm like a cloud with rock hard abs and some serious social media traction. Хуя ты, ебать. Мощный парень. Сейчас ёбнется. If I could just get distribution, I could change the world, you know? This is spirituality. A spiritual war, people. This is a spiritual war. You idiot. Come on. You idiot. Since you turned up here, you know you're meant to be providing massages and smelly candles. Not steroids and carnage. Whoa, 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 whoa. It's a... Скажи ему сочетание клавиш. Кью, по-моему, да? Кью же, да?
I just want peace. Да, да. Peace so I can make this gold mine work. Is that too much to ask? What? You May I come in? I come in peace. You've got some nerve. I come in peace. Now, Agatha, Mr. Chang, I won't lie. I still want to buy the casino or buy a slice. But my uncle, I think he's lost his reason over this. We've had a serious falling out. You know, I'm leaving the country quickly. But I think he's seen some bad guys here. Again? Oh, no, these are very bad guys. I came to tell you myself, so there's no trace. I mean, do what you want, but believe me, I had nothing to do with it. What do you make of that? I don't know. I'm beginning to feel absolutely... А это белобрысая сучка, походу, да? По внешнему виду. Come on, up on the roof. О, 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 да. О, началось. Давай, пошли. А это, видишь, такая, типа, расписание, или что там лежит в воздухе? Поехали. Ну чё, что-то у меня висит всё. У вас тоже висит? Угу, загрузилось. Так, поехали. Где пацаны? Угу, я кого-то убил. Еще кого-то убил. Вертолет. Вроде упал. Так, а на какую? Блядь, я уже забыл на какую. На Б? Ты снова умрет. Да? Думаешь? Мне вон он бегает сзади. Он тут бегает, или я умру сейчас. И ты умрешь, убил челик. Сбоку, сбоку, вы это... А чё, Рустам, ты живой? Рустам, походу, отлетел. Что в ФК стоит. Прикрываем Рустама, короче. Блять, меня сейчас убьют, сука! Меня прячься. Убили. Прячься. Сейчас. Печаль. О, этого чувака тоже убили. А Рустам АФК, короче. Понимаю. Он вылетел, что ли, я не пойму, или что? Я не знаю. Стрейджап нужны. А? А, ну теперь запуск. Я ничего не буду нажимать на геймпаде, потому что я вдруг не туда нажму, и будет пиздец. Ну, ладно. Вы сами там нажимайте лучше. Теперь вспомнить надо опять, как я уклонялся. Сейчас, по-моему, направо. Да. Так. Блять, меня справа опять ебашит кто-то. Лёх, справа там, открой. О, меня убили. Блять. Дорогу попугаем. А чё я так медленно иду? Справа, справа опять. О? Опять справа, говорю. Убил вроде. Ну, кстати, с револьвера стреляет. Наверное, с того, о котором вы говорили. Не самое лучшее дело. Да. Убил. Вертолет справа. Сейчас. Есть, убил. Пилот, походу, еще живой. Пилота ёбнем? Да, пилот готов. Все, готово. Справа, справа, Лёх, справа, справа двое. Чё? Убил одного, еще двое в кустах. Один чуть левее. Хуя, он с ракетницы ебанул по нему. Отчаянно. Отчаянно. Выиграть. Да. Так, он закончит? Не знаю, еще идут вроде. Посерединке. Валяется на полу. Готов. А где они высаживаются там? Ты это справляешься там, Лёх? Так, да. Как бежать?
на геймпаде. Блять, он по мне ракеты стрельнул. И сдох, походу. Спасибо, чел. Как это тебе? Ладно, я, наверное, пойду отдохну. А, ты все с концами? Ну да. А как мы перезапустим? Ну, это Рому сейчас цепанем. Давай, это пойдем, ладно. Потом пускай челик вместо меня зайдет, Рома. Меня вообще врубает нахуй. Так. Да, готов. Лёх, ты право тоже посматривай. Я делаю. Спереди ты, в принципе, не так тяжело, главное, право. Не, нормально, в принципе, на геймпаде, просто с клавишами нужно передрочиться. Тут не так все быстро происходит. Тут, блядь, справа откуда-то стреляет. С кустов. А, вертолет еще наверху. Сбил. Они откуда-то из кустов шмаляют. А, вон он. Походу, где-то там. Как перезаряжаться на эту, на Б? Вроде чисто, еще летят. Вертолет по центру. И внизу еще бегут. Я вертолет шмаляю. А, он ракета. В центре двое. Бля, я столько патронов нахерачил тут. Этой МВПшки. Где они там бегают? Я не вижу, куда ты там стреляешь. Я лучше здесь пока постою. По дефу и центр. То вдруг кто придет. Чтобы нормально все было. Там стреляйте пока потихоньку. Аккуратно. Они сразу по этому. Да сначала с кем зачистить. Я не двигаюсь, пока стою за стенкой. Потихоньку пошел тоже. За тобой иду, Лёх. Угу. По левой стороне, смотри, если там будет. Апа. Приписывай, кстати. Ты рядом со мной вроде. Не, меня... Ой, блядь, меня ёбнули. И тебя тоже сразу, на собой. Меня выкинуло. Закончите жизнь. Херово. Ну, меня мы сейчас втроем, наверное, будем, да, тогда без тебя, получается? Скорее всего. Ну, меня здесь? Допустили втроем? Да. Я подключаюсь туда. Блять. Готов. Бля, меня кто-то стреляет там прям жестко. Это справа, походу. Ну, справа, блядь! Сука. Чуть не ёбнул. Опять. Так, я, наверное, убегу. Спрячусь.
вертолет. Ага, готов. Убили Рустама. Нас вообще что ли двое осталось? Там-то здесь? Видит, кто-то стреляет. Ау. Гранат? А или дымовух он просто кидал. Дымовух. Блять, стрелять по челикам с гранатсета с базуки, это, блять, это пиздец, это верх. Да-да. Интересный подход. Блять, меня сейчас ебнут так. Не знаю. Только я весь в дырках стою, блять. Слышь, Макс? Не хочешь вообще зайти, блядь? А, они из игры не выходят? Да, походу сервера легли. Ну, то есть меня выкидывает в пятую просто и все. А ты в игру не можешь вообще зайти, что ли? Mm-hmm. Ну, именно нормально. Mm-hmm. Ну, не знаю, мы тут стоим, стреляем вроде. Ну, легли, значит, корону пойдем. А либо шпиль еще разок. Гранат по нас закидывал там, блять, хуй знает сколько. А, Рустам здесь еще смотрю. Вроде бы. Убили кого-то. Рустам, ты не беги прям туда, где-нибудь сзади тоже тусуйся. Да, все, походу. Я уже никуда не подключу. Ой, блядь, я без микрофона общался, оказывается. Да, ты только это, не выходи, Рустам. Вся надежда на тебя. Окей, у меня все будет. Ты только это, подальше тоже где-нибудь стой, там прячься. Я помню. Добьем эту херню. А, блядь, нас выкинут. А, нет, нормально. Нормально. Так, сейчас сразу убегаем. Блядь, как он бегает, я не пойму. Какую кнопку? Справа. Готов, справа. Еще один справа. Блядь. В смысле, блядь, я же... Че? Ебнул? Я купил патроны. А, у тебя патроны кончились, ты можешь еще купить. Да, купил еще. Убил вроде вертолет. Да, летел вертолет, улетел. Бля, вот эта винтовка, которая у меня, БПшка, прям прикольно. О, нашего челика убили. Блядь, сейчас меня ебнут справа, блядь. Сука, Рустам! Что? Справа! Надо, чтобы... У меня это челик был. Надо было, чтоб это... Надо... Ладно, я буду право крыть, хорошо. Ну вас нахер. Стреляйте вперед. Так. Нас справа снимают, нас не спереди ебашат, а справа. Правда, челик, по-моему, спереди ебанули.
Нужно что-то, что ваншотит, что ли, да? Не знаю, я нормально с этого. Ебаш. Что ваншотит? Справа, справа, справа еще один. Блять, он ракетами своими нихера не вижу. Стреляет, во-первых, мимо. Они сейчас, сука, дымят так. Нихуя не видно. Ебать, взрывы. Все, все, все. Рустам, я чисто право буду, так что ты там впереди тоже постреливай. Да впереди он ебашит этим ракетом бесконечно. Справа вертолет наверху. Все, можешь стрелять дальше. Вперед. Это не я, слушай, не забавно. А? Не-не-не, это другой. Это другой. Забанили, по-моему, Рому как раз. Блять, справа, да. Я не знаю, за что. Вот. Забанили? Ну да, мне бан кидали, я не знаю за что, но мне его кидали. Справа еще один, нормально. Что это значит? И что это значит? Теперь ты не сможешь зайти? Ну да. Али, сейчас все нормально, мне разбанили. Ты вообще не мог играть, типа. Да, у меня недоступны сервера было. Вот друзья заходили, а я зайти не мог. Мне писало недоступно, недоступно, недоступно. Понял. Обид. Ну да. Может, это на серваке с читером было, тебе просто да. Так за компанию дали. Не бывает вот такое. Из-за этого я вот люблю создавать одиночную сессию, если мне надо что-то повозить или что-то еще. Бывает такое. Там сзади кто-то где-то летит, походу, или обходит. Сзади просто обошел, убил. Снял. Пока там это я машинки вывожу. Ага. Так. Все, походу, одиночные остались. Одиночные цели остались. Воу, жесть там. Не выходи лучше. А тебе представляете это вдвоем проходить? Ну можно и вдвоем пройти. Главное не высовываться. Ну сложно все равно. А жизни больше? Нет. Не, жизни столько же. Главное особо не высовываться. Тут просто если высовываешься, они, блядь, пиздец творят. Надо отхилиться. Ну надо, да. Я тоже сейчас что-нибудь пожру. Как от укрытия к укрытию побежать? Так, по-моему, нельзя, но Q это типа укрыться. Справа забейте, там справа кто-то стреляет. Не вижу. А ты далеко слишком убежал, Рустам. Ну да, ты же сказал, что там единицы остались, я пошел убивать единицы. Там еще справа где-то. Далеко, поэтому аккуратно. Я вообще никого не вижу. Вон, справа все да. Зачистили, я вижу. Как бежать? Это прыжок. Какой-то стик. Зажать стик? Да. Вроде нет. А, убили опять кого-то? Да чтоб вас, опять, сука! Блять, а кого еще помимо меня убили? Че вы? И меня ни разу не убивали. Я сзади вас где-то был. Короче. Короче. Я с выки часто его убили. Один раз меня. Но он кидался этими ракетами, блин, безбожно вообще. Эти ракеты еще $1500 стоят каждый, блядь. Ну, блядь, ну он либо нафармил себе бабла, либо через чит. Ну я сомневаюсь, что он через читы играет. Поэтому, если я ему помогал когда-то, потому что я с читерами точно не играю. Я, подожди, я играл с одним, типа, он там себе машины всякую хуйню, типа, спавнил.
Вот, типа всё, просто чисто, чисто покатался с ним, короче. Но он, типа, до этого, короче, вернее, не до этого, при мне не делал. Не знаю, кто-то умер. При мне, типа, ничего не делал. Он, типа, до этого говорил, что он там делал себе деньги, типа, всякую хуйню. Вот. А как я откуда знаю, как перезапускать? На что тут нажать? Быстрый перезапуск, РТ. Перезапускайте. Ну, иди покупай броник. А? Лёха. Да. Чё ты там, загружишься или уже всё? Ну, я пытаюсь, я не знаю, вряд ли. Хотя, может, и дадут. Двойная награда за снабжение, не только. А, я, кстати, чё туплю, я могу на настройки зайти и посмотреть по управлению, чё как. Чё, я мозги ебут? Чайку, что ли, пойти заварить пока? Видишь, оружия много, а толку от него. Шмаляет, шмаляет. Хуй знает куда. Ну, тоже много, но... Только что купил оружейный ящик, все скинул. А? Только что купил оружейный ящик, все скинул. Чем не пользуюсь? Что за оружейный ящик? А ты, короче, ставишь его там, где тебе удобно, например, в этом... В офисе ты поставил его, и ты можешь туда скидывать оружие, которое тебе не надо. Ну, ты не пользуешься. А его же с собой можно таскать, какая разница? Ну, что, знаешь, не переключаться, понял? Вот у меня дофигища все, у меня, в принципе, оружие есть, и мне пока переключиться там долго. Не знаю. Вот так. Я пользуюсь только это, особым карабином МК-2 и все. Слушай, а пригинаться для чего вообще? Как были 5 вам по деньги в банк? Вот я, типа, могу пригинаться и идти пригнувшись, это зачем? Типа тут нужно где-то что-то делать. Я в него стреляли. А-а-а. Так вот, кувырок. Нашел кувырок у нас Б. А Б это, наверное. Кувырок это на shift же делается, да, чтобы типа быстрее бежать. А, нет, это. Кувырок это прыжок. В стрельбе. Кувырок это, по-моему. Прыжок в стрельбе. А, вот на, ты нажимаешь когда-то. На, нажимаю, я имею. А, я не прыгаю, перекат. Да, перекат. На бегать, короче. Но он не всегда бегает, на. Иногда не хочет бегать. Так, а как типа? А, вот. От первого лица сделал. Я еще базуком. Рустам, ты все, да? Нет, ну, я пока тут. Да, я немного подрезал этот, проснулся, короче, я заспал жестко. Думал, ну его нахуй, пойду посплю. Пока, ну, поиграли. Поспи, иди. Пентхаус, казино, казино. Пентхаус всегда поспи. Да. Там удобно, там убираются за тобой. Уборщица со страшным ебалом бегает. Она трёт на одном месте, а убирает всю комнату. Это чит, короче. Надо у неё это научиться. Такой, знаешь, становишься, столик протираешь, и вся комната такая, раз, чистая. Охуенная вещь. Мистер Пропер приходил. Вышел. А вот смотрю, что-то все повыходили игроки, кстати. Наверное, да, всё-таки серверами. Вышел. Вы сами команды? Походу, да, все, с серверами беда. Загрузка чего-то. Не, я в казино, кстати. Я, кстати, в казино. Ну вот я куда-то мне вертолет пригнали, и на крышу пробу поставили, я не знаю, как туда в дом попасть. Так ты зашел, что ли, все-таки? Да, да, получилось. Сейчас кину тогда.
Вообще, наверное, вот это последнее, скорее всего, долбанем. Хотя хуй его знает. Мне надо чайку попить, кстати, пойти. Я тоже уже пожрал плотно, теперь засыпать начинаю. Еще это, за геймпад пересел. Так. Принять. На, по-моему, да, там было. А что я не могу принять? Нажмите. А! Не а, этот. Крестовину. Нормально сложно. Купить сверхтяжелый. Член моей банды. Всех членов. Пришло? Мои друзья. Друзья, играющие в GTA. Все, всем кинул. Кто присоединится, тот присоединится, короче. Походу всех повыкидывало, наверное. Так что, ты будешь Рустам, не? Я хорошую машину нашел. Или ты все? Ну, какой-то Кеннет Боуни на вызове. Это кто такой? Нахуй, подожди, я не закрыл. Закрыл, короче, теперь. Как, типа, его это, нахер? Давай отменим. Это, типа, рандом, походу, вообще с этого сессии. Да, да, да. Пойду куплю броника. Ну, купи броника. Сложно. Можно, кстати, как-то узнать, на какой высоте ты находишься? А? Нет. Как-то узнать, на... На каком сервере? Не, высоте. Навряд ли. Да, блин. Очень плохо. Даже, по-моему, сам брест можно было... И там писало... Говорит, закупился, сейчас с первого раза пройдем. Главное не убирать, говорит, вам. Понял, Лех? Да. Надеюсь. А Леха смог зайти, что ли? Ну да. Психика нормальная. У него, кстати, психика нормальная. Он ни разу никого не убивал, показано. Так он же не с психикой, он уже выкидывал. Кто с психикой? Я имею в виду этот челик Сатут, который. У него типа все прокачано, а психика нормальный. Блять, я себе охуенную машину нашел именно в плане управления, да? Не могу гараж найти, чтобы поставить трекер тут. Ты мне скажи, ты тебя ждать, Рустам, или че? Или ты не будешь уже? Я буду, кидай. Забудь. Так я ж кинул. То есть ты на улице нашел машину, хочешь себе добавить в гараж? Да. А, там нельзя. Сначала покрась ее, пойти. Да, типа это самая хорошая машина. Да, там есть некоторые, там пишут. Она самая хорошая. Она ты можешь, ты смотри. Выше класс нельзя. Ты смотри, ты можешь, короче, как узнать, можно или нет. Ты заходишь ее в этот, как она, в покраску, если ее можно кастомизировать. Вот, ну, кастомизируешь ее, а потом в гараж ставишь, тогда. Если нельзя так сделать, значит нет. Блять, все дороже и дороже становится купить боеприпасы. Сейчас за 3000 купил. Потому что тебе дополнительные слоты появляют под боеприпасы. С каждым уровнем можно больше носить. Да, у меня по 999 штук. 9999.
кстати, такое количество. Чё? Ладно, гранату... Запускай. Патронов ты имеешь в виду 9999? Вы как бы не волнуйтесь, да, я сам все пройду, вы в уголке постоите. Да, ну так сейчас посмотрим. Не, ну... Часто достаточно умер. Я так-то и это... не умирал, в принципе. Главное сейчас сныкаться с того места, где мы приседаем, сидим. А можно это пропустить? Да, как-то можно, поклацать. О, классный момент, надо заскринить, вообще охуенный. Такой нежданный, ебать, они тут такие стоят, и мы такие, ебать, что, блядь? Такие в ахуе, бля, этот вообще орёт, типа, который тренер, блядь, который наркоман, в ахуе. Блин, я это говорю всех, о, сейчас у нас два убийцы будут, можно вообще не волновать. Сейчас, о, я как раз стою в углу, нормально, сейчас буду правых ебашить. Умер же, да? Он ракетницу купил. Справа опять. Бать. У меня весь экран трясется, я даже прицелиться не могу. Эти ракеты. Стрёмная штука. Мы ж по себе тоже попадаем, да? Типа дамаг наносим. Вернее, по своим. По-моему, не во всех миссиях. А, меня пробивают. Тебя убивают? Да, сейчас я броник один. А, там у нас этот вертолет наверху. Есть, снял. Чувак, хватит, не жалко, нахуй, сколько ты тратишь. Да, блять, меня сняли кто-то. Не убирайте, ребят. Я не знаю как, но меня прям стыки ёбнули. Блять, место опасное. Как бежать? На. Все, я спрятался. У нас справа открыто опять. Лех, ты дефаешь вправо, да? Да. Значит, тоже право. Дратушка летит. Блядь, я сейчас сдохну. Ну, блядь, прячься, не выходи, не высовывайся, просто не высовывайся, все. Блядь, меня теперь стреляет вот. Откуда он стреляет? Вон он, блядь, бежит. Справа, справа, сука. Сдох? Вроде сдох. Да. Я прикрыл. Угу. Тут еще бегают, че он встал, блядь, орёт? Целый отряд. Встал такой, знаешь, беспалевный, типа, в него не будут стрелять. Я поражаюсь с этого НПСа. С квадратной харькой. Они думают, ну он встал, ну ладно, вам по вас постреляем. Блять, опять справа откуда-то. Кстати, кто-то уже успел два раза сдохнуть, блять. Не, тут одна два смерть, раза, один. Если сдохнуть, то это я пара... один раз умер. Меня, короче, сняли, когда я в уголке стоял. Хуй знаю как. Скрытность, у меня скрытность повысилась. Я теперь скрытный. Скрытный парень. Че, у вас там нормально? Живые? Чё, никого не вижу там справа. А, все убили справа, да? Один остался. Убил? А, вон он, посерединке. Попал, вот валяется. Еще кто-то там. Еще кто-то, да. Убили, да? Нет, я добью его. Добьешь? Где он? Да, он падает постоянно. Где сзади? Вы там давайте лево. Я пойду оружие пособираю. Зачем покупать игра? Да, когда можно собирать на миссии, зачем? Он вертолет летит. Включен режим бомжа. А сзади. Сейчас высадит кого-нибудь. А, не, он просто, блять. Вроде готов. А, ну, теперь точно готов. Аккуратно, там они... Блять, кто-то стреляет, меня сейчас убьют. Бьют, я не знаю, откуда. Наверху, нет, слева стреляют, слышишь.
Блять. У меня вообще хп нет. Ребят, откройте. Прячется, короче, там пополняется до половины сама. Ну, я сижу за этой, за укрытием. Я просто хз, откуда он стреляет. Пока еще не заполнилось. Оу. Умер. Снова он так. Да, зачем побежал туда? Ну, он тех пошел, походу, зачищать, и вот там это. А там пап прям да, вообще шатает. Вот теперь смотрите, кто сколько убил. Смотрите, я двоих убил. Двоих. Двадцать человечек убил, 20, да. Вообще молодец. Монстры. Угу. Вроде и миллион потратил на ракеты. А чё ты то синий, то красный? Это как так? Почему ники меняются постоянно? Хз, мне кажется, когда... О, мы где-то в другом месте риснулись, ребят. А, мне кажется, надо валить. Этап прошли, нормально. Прошли? Да. Типа сдохли и прошли, да? Ну, контрольную точку, если можно. Тоже неплохо. Блять. Как я там присаживался? Уже я не помню. А, типа вот так вот, во. Присел, короче. Я теперь скрытный. Присел. А как присаживаться на... На стик. Левый. На кью, когда ты возил крытие. Не-не-не-не, ты можешь просто присаживаться, скрытность. А, на контру. Блять! Нахуй. Тыка осталась, я спрятался. Стреляли походу по вам, а попали по мне. Ай, да. Блядь, я мёрт. Готов. Что, не пройдено, что ли? Ой! Не-не-не, нормально. Я среди них появился! Ну, беги назад. Куда ж ты бежишь? Ты тоже с ракетницы стреляешь, что ли? Да. Блядь. А, у меня же есть снайпа, а чё я мозги ебу? Я сдох. Снова? Ну зачем же ты рисовал? Видите, в броник. Хули ебать мозги, когда есть снайпа. Тут пройдем уже. Ну, тут ясно, что пройдем уже. Уже точно пройдем. Быстрый перезапуск нажмите. На? Не знаю. Надо, кстати, тоже снайперку купить. Такой бах-бах, сдалека, не парясь. Да, ну и лупит на такие расстояния, куда баллистические ракеты не летают. Да. Они там тоже разные есть. Там есть вообще классная снайпа, охуенная. Тяжелая? Я не знаю, как она называется. Ну там есть три снайперские высокоточные, снайперская винтовка АВМ. Которая с большой, с большой этой, которая... Длинная такая, которая стыки все время ебашит. Насрати. Кстати, мне нужно патроны снова купить, боже мой. Я так обомкнул. На рофле, что ли? Убили, что ли? Да, он сам себя гранатой снова. Может, я плаваю, ребят, в бассейне. А, да, вы воюете, я покупаю. Да. Отмой. Я застрял немножко. Как выйти из бассейна? Давай. Выходи. Так, оружие все скинулось, теперь нужно опять заново оружие выбирать. Так, снайпа. А, как делать прицел больше? Так, это стрелять. Блять. А, Леху убили. Да. Я видел, как это было такой раз. В голову мне там прилетело. Да, мне тоже в голову прилетает. Это стыки, походу, с голову, когда попадают, стыки. Да, но они не только по телу, кстати говоря. Ну, это да. Это когда я, как? Кстати, осуждаю. Я где-то 1010, мне кажется, потратил на боеприпасы. Mm-hmm. Прикинь, сколько он с ракетами потратил. Блядь, ну реально. Он хоть нормально тратил, он-то сам себя убивает.
Нормально, говорит, тратил, но нормально потратил, походу. Так. Как делать прицел мне нужно теперь найти? Это стрелять? А, вот, нашел. Все. Вот это прицел. А что там, чиги по низу тоже можно пробежать, да? Это тоже по низу. Нахер я повел? Хера вы там спрятались с толпой. А чё, перепрыгнуть никак? О, а ты куда зашел? Такой вышел, зашел. Че за хуйня, я тоже хочу. Опа, прикольная штука, слушай. Ныкаться можно. Блять, тут все трясется, сука. Минус один. Он из ракет бы еще не стрелял. Это я стреляю. Не стреляй, Лех. Блять. У меня прицел вверх уходит, когда ты стреляешь. Блять, он прибежал нахуй и выгнал меня из этого закрытия. Блять, он рандомно что ли стоит стрелять? Ну-ка, лежать. Сука. Выйди оттуда уже, за двери стреляет, просто стоит, не высовывается. Да, я убил, да, убил. Кто-то орёт. Там сверху. А, сверху, ребят. Где-то сверху. Прям над нами, но он походу не будет вылазить оттуда, он там стоит, короче. Главное, чтобы он нам потом спину не нахуярил. О, там перестрелка уже. А, мы сейчас наверх идем, да? Давайте, ребят. 9980. Там слева бежит уже, слева. Прям там подбежал. Заряженный чин. А? В баллистической броне. Кто? Челик. Сейчас выйдет. Там снизу. Вот впереди. Идет. Просто там не слева поймите. Убили, слева убили внизу. Вот сейчас баллистический. А, к нам будет подниматься, да? Не, вон он стоит. О, блядь! Ага. А чё вы с него в него с ракет не стреляете? Я спрятался. Кого-то убили. Кого убили? Его убили. Видимо, его и убили. А чё вы с ракетницы в него не стрельнули? Все, патроны кончились? На мелких нахуяли ракетами, а это... У меня фейерверк, у меня даже не ракет. Ну, так ты же ебашил. Фейерверком надо было. Не знаю, фейерверком бы ёбнул. Да. Он хоть бы упал бы, наверное, я не знаю. Это, блядь, у этих мелких обу этими ракетами. Не знаю, у меня что-то это грузится. Мелких нахуярили, а это вот такое себе стоят, короче. Там, говорит, заряженный челик, подбежали к нему, стоят со всех сторон, ныкаются. О, блядь. Так. Нормально. Ну, сейчас попробуем. О, он опять переоделся, что ли, в другой костюм? Там заходит. Блядь, я уже здесь... 3к патронов потратил, блять. Там вертолет где-то летит. Справа, прям справа, Рустам! Блять, чуть не убил тебя. Все, готов. Так, отойди-ка я сейчас с ним. С кем? Ну, с этим. Жирного, сейчас ракеты ёбнешь. Кто-то умер. Неплохо. Так долго целился. Все очень просто. Это хуя начало вертолет целиться, нахуй, понял? Ну да, точно. Нужно технику. Ну что на вертолете? Просто там.
А ты где вертолет сныкал? Там. Там, говорит. Я упал. А, нормально. Цел. Я вертолет залез. Бля, здесь сложно, там и управлять, и стрелять. Денег дали чуть-чуть. Наверное, а что там делать? Вернитесь к Винсенту, ребят. А только мышкой же можно стрелять, да? Или чем-то еще можно? Пробел. Ты не стреляешь. Надо обратно. Нет, сможет. Не стреляет пробелу. Была сила. Где лестница? Отойдите, вдруг взорвется нахуй. Не взорвет. Сюда, говорит, на крышу. Поднимем. Вниз, наверное, спрыгну. Я пойду обойду лучше по лестнице. Ну я нахер прыгать не буду. Вот, спрыгнул? Нет, сейчас прыгну. Посмотрим. Если что, не сидите строго. Ночь жизни, Лех. Не-не-не, это я. Нормально. Я обошел, короче, на вас нахер. С вашими прыжками. А как прыгнуть? А вот. О, мать твою. Блин, почему он просто на ноги не прыгает, нахуй, а головой обязательно? В смысле головой? Ну вот так вот. А что, миссия закончилась? Походу. Спасибо, боже правый. О, да, всегда вовремя. Нормально, скоро 15 уровень, нахуй.